И всем привет! Вы на канале Ведроид Гейминг. Меня зовут Александр. Сегодня мы продолжаем играть в Танк Компани. Блин, экран погас, я испугался. В общем, к игре немножечко подостыл, все меньше и меньше в нее играю, меньше танков открываю, и вы еще ничего не предлагаете. Я вообще расстроенный, да. До вчерашнего момента был. Вчера зашел в игру, мне предлагают задонать в игру, и мы тебе дадим танк. Причем сколько хочешь. Ну, я соточку с барского плеча отвешивал. Мне КВ-1С подарили. Представляете, клевый танк, да? Сегодня мы его посмотрим. Я еще на нем не ездил, так что вместе с вами с ним познакомим. Посмотрим, как он чувствует себя в рандоме на своем третьем тире. И чем он отличается, давайте тоже посмотрим от других танков. Что мы имеем? Мы имеем обычный КВ, вот так вот он выглядит. А потом первопроходец, давайте сравним. То есть у него только наклеечка появилась и немножечко характеристики изменились. И вот он КВ-1С, смотрите, он затюненный, где он, вот он. Стала башня другая, больше похожа на ИСовую, пушка укоротилась, и главное, характеристики, давайте поглядим, как они выглядят. Огонь 85, защита 81, маневренность 382, разведка 197. Давайте теперь обычный КВ посмотрим, поглядим, в чем разница. Огонь повыше, защита повыше, маневренность пониже. Короче, мы быстрее едем, но стреляем хуже. На самом деле, такой себе выбор, но дареному КВ в зубы не смотрят, так что погнали в бой, посмотрим, что кого там внутри. Так, погнали в бой. Судя по списку, онлайна нет вообще. Мы, походу, к ботам попали. Что это такое происходит? Возможно, в следующей катке нам повезет больше. Ну, возможно, противники есть. Ёпрасоте. Чуть не вылетел. Там же дамаг хороший идет. На дорогу надо, блин, смотреть. Ну все, я, походу, застрял. Ладно, давайте аккуратненько сползем. На газ, на газ, на газ, на газ, на газ. Нормально сползли. Только не застрять. Да, и так вот я играю в Танк Компани. Поэтому она мне и не нравится. Да. На самом деле игра прикольная. Вот только главный минус, что механика как, блин, в картошке. Ты заходишь, и тебе через 5 минут уже становится немножечко скучновато играть. Особенно я играю ночью и прям залипаю. Ну прям ты едешь на танке и уснул. Это пипец. Так, засвет первый раз. Что это такое? Лови подачу. 143. Нормальный урон для третьего левела, нет? Ага, сволочь. Не танкуем только что-то мы. А я в кого? Я в разные цели стреляю? Нет? Давайте отъедем. Кстати, я не оценил маневренность. То есть мы должны быть быстрые. Ну, вроде быстрые. А вроде нет. А, кстати, стрит не пробили. Меня в гусеницу попали. Замечательно. Давайте посмотрим, кто там стоит. Есть кто, пацаны? О, да. Моя скорость реакции просто божественная. Ну, надо разыграться. Я говорю, я давно не играл со вчерашнего дня. Алло. Пробить не может. Молодец, бот. Ну, короче, это боты. Меня бы уже вынесли живые люди. Онлайн, как я понял, просел, да. Потому что пацаны не заценили убийцу Блица, да. Вернулись в Блиц. О, самолет летит, что ли, кто это? Ну, приколдес. Ничего, скоро новые танки выйдут. Вот там вот мы повеселимся, да. Абсолютно другой будет геймплей, не как вот это вот все картофельное. Верим, надеемся, ждем, ага. Ну так, по первому ощущению, танчик бодрый. То есть едет быстренько, стреляет хорошо, урон хороший. То есть прям золотая середина. Такой тяжелый средний танк, да. Если это можно так назвать вообще правильно. Ну давайте вот этого господина сейчас попробуем вынести. Зря ты сюда заехал, парень. Ой, как хорошо, нам еще повезло. Арты нету, или на третьем тире нету арты, я уже не помню. Короче, с ботами можно веселиться. Прям веселуха, да, прям киберспорт. Там стоит далеко, плюс еще углы сведения приведения не такие, как нужно, да? Пушка вверх смотрит, так что давайте этого уничтожим. Да, это прям вообще киберспорт. Ха-ха-ха, по земле стреляет. Ща я тебя в обраточку закину, парень, держи. О, не пробил, нифига себе. У меня патрон-то есть? Есть, да. Нормально, если что, голдой постреляем. Пацаны. И вот это вот стоялово вперед-назад, конечно, меня немного напрягает. Особенно после каких-нибудь драйвовых экшоновых игр, типа робот-арены. Или как он там называется, мех-арену. Вчера был видос. Посмотрите, прикольный, кстати. Ага. Пускайся, опускайся. Вот, давай. Ну, сейчас я тебя должен пробить. Ты нагнутый. Нормально, сильный удар. Ну, с ботами, конечно, весело играть, да. Тут не дать, не взять. Плюс один. А фан-режимы только вечером же, да, доступны? Я-то так-то днем сейчас играем. Может, из-за этого онлайн маленький. Но все равно игра вроде бы должна быть... О, нифига себе пробил. Ты что, офигел, что ли? А я расходник еще не взял, алло. Стою как лох. Держи, пацан. Ну, зато сейчас урона накидаем. Денег заработаем, новый танк купим. Мы же на преми катаемся, алло. Лови, да. Подлатали, наконец-то, блин. Не прошло и года. Чувак, я же сдох, пока вы латали. Давай вот так вот. Ща я с тобой в упор поговорю, чувак. Ты какой-то вредный. А, кстати, в рандоме квасики появились, нет? Не, не появились. Ну и ладно. Эксклюзивный танк, алло. Стоит, смотрите. Нас обнаружили.
Сюрприз, мазафака. Замечательно. Ой, как неожиданно-то. Захвачено... А я куда сотрел-то, блин? Сейчас, говорит, победим, выиграем. А чёлик какой-то, видать, единственный живой. Проехал на базу и захватил её. А почему я не видал это? Или залагал её? Почему не светилось? Ну, ёпарас, вот это я. Это песенка моя. Ладно, давайте ещё разок сыграем. Итак, ребятки, я очень большой косяк. Записывал я предыдущий видос, который вы только что смотрели, почти что неделю назад, да. И благополучно потерял парочку боев и конечный итог. И, естественно, из-за того, что это было неделю назад, я ни черта не помню, что было, да. Придется перезаписывать хотя бы парочку боев, чтобы, так сказать, вспомнить все, возобновить все ощущения и подвести какие-то правильные итоги. Так что давайте быстренько мчимся в бой. Как-то картинка потускнела после кроссаута, не знаю. Да, очень мыльная стала, хотя вроде бы все максималочки стоят. Ну да ладненько. Давайте поедем в город, хотя со мной никто не едет. Ну тут, скорее всего, куча ботов, так что мне не привыкать. Поедем в соло тащить, да. На скороходном, или как он, быстроходным, короче, КВ-1, да. Все, вроде бы я все вспомнил, куда нажимать, куда стрелять. Можно воевать. Но обычно вот здесь вот замес идет, вот около этих баррикад. Надеюсь, встреча будет не сильно теплая. Мы же все-таки не особо-то танковые. Больше быстроходные. Тут вроде никого нет. Ладно, нас защитит вот этот вот бордюрчик, который мы снесли. Ну смотрите, быстро доехали, и никто даже нету. К нам в гости не приехал. И засветов вроде нету. Сейчас мы, короче, объедем и будем в спину всех бить. То, что здесь никого нету, как я понял. Здравствуйте. Вот вы, голубчики, стоите. Голубцы. На тебе в бочину. Урон по блоку, блин, урон не прошел. Че, вот он стоит. После кроссаута это очень медленная игра. Я, наверное, перестану ее снимать, не знаю. Все, конечно, от вас зависит. Но это так все медленно. Ну просто кроссаут вышел и перевернул все вот эти вот подобные игры, где нужно ездить, стрелять, убивать и так далее, да. То, что там бешеная динамика, отличная скорострельность и нету вот этого всего. Ну хотя здесь тоже динамика есть. Вот этот вот квасок разгоняется очень быстро. Так, это, кстати, живой парень. Враг нас видит. Враг нас видит, а стрельнет ли он в нас? Или он будет в этого стрелять? Отойди, голубчик. Противник уцелел. Уцелел, да. Ну это тоже стритимансит. Хотя вроде ник ботовый. Но я как понял, здесь еще и за ботовые ники живые игроки иногда играют. Потому что, ну, смотрите, как он мансит, как про. Вот, танкует тоже жопой, как я. Ладно, погнали. Сейчас мы его зарубим. Нас больше. Отлично. Давай. Отлично. Нифига у него урон 37-7. Но зато кулдаун большой будет, так что мы... Отлично, завалили. Хорошо, вдвоем закусали. Фига на пол лица пробил. Фугасница какая-то стояла. У меня-то пукалка стоит, которую я даже поменять не могу. Ну, давай, езжай, ты крутой. Я в тебя верю. Так, 7-7, счет идет. Плюс у нас и у них тоже две артиллерии. То есть, можно сказать, 5-5. Давайте подъедем поближе. Либо этим в спину постреляем. Ну, сейчас арта будет душить, если мы выйдем. Ну, шанс есть. Давай. Сводись быстрее. Собака. Хочек. Замечательно. Отъезжаем, отъезжаем. Сейчас плюхи полетят. 6-5, нормально. Никого не вижу. Вот этот парень меня смущает. Вот здесь еще арта стоит. Но он даже не на меня смотрит. Давай, умирай. Тыц. Замечательно. Еще одна арта осталась, но я думаю, она нас не убьет. Надо вот этих парней спасать, потому что их тоже мало осталось. Вон там один боец стоит. Стой, парень. Блин, не попал. Да что это такое? Почему я все время не попадаю? Уехал. Ладно, догоним потом. Во, парень выехал. Здорово, мужчина. Как дела? Никак, ну ладно. Так, осталась одна арта и один парень. Вон тот, ну с ним, наверное... С ним не разберутся. Ну погнали. Я надеюсь, мне в спину никто не стрельнет из артиллерии. И мы его сейчас закусаем. То, что у него ХП на один выстрел. Надо только попасть. Вот отсюда сейчас выйдет собачка. Давай, выезжай. А, не попал. Ну ёпараса, ты, блин. На, он легенький. Будет сложненько тебе, парень. А мне легенько. Отлично, арта. Ну, в принципе, хороший водный бой. Не знаю, сколько было ботов, но мне понравилось. Танчик живой, быстро стреляет, урон, ну, так, плюс-минус хороший. Погнали, следующий. Так, мы уже едем в бой, да, рушим деревья, заборы, все как надо. Да, вон парень уже есть. Давайте быстроходный, сокращаем дистанцию. Кстати, вот в этой можно штуке посидеть. Только, блин, артиллерия же еще есть. Да, в принципе, пофиг. Прорвемся, погнали. Один раз живем. Я тут стоять не намерен. Да, да, пофиг.
А, с вертухи не получилось. Не... Опаньки. И уехал, да? Каждый кто? Каждый кто-то, короче, нас. Дай, да, пробивай ты. Я не хочу ремонтироваться. Пока рано, давай. На тебе. Скрываемся. Мансим, ха, в землю попал, молодец. Давай сюда. Там сзади нас окружают. Да мне пофиг, мы плывем. Там КВ-1С, кстати, походу, да? Да, 1С стоит. Отлично, я думал, не будет появляться. Ух ты, блин. Да мы двигаемся, по нам сложно попасть. Кто, я не вижу? Густая... ребята, что? Густые ребята. Это я не буду говорить, про кого я подумал, окей. Давай, погнали, чисто на горочку, на перевес, блин, кто-то в спину стреляет, давай, поворачивай пушку, давай, сзади, да чё я нажимаю, он не стреляет. Да это боты, блин, пофиг. Давай! Да, ты не... да что такое-то, блин, ну спасибо, хоть так. Так, там безопасно относительно, надо туда ехать. Чисто такой диверсальный отряд, штурмовой, диверсионный точнее. О, сзади стоит парень, давай. Обожаю так делать. По-танковому. В задницу не пробил, блин, собака. Это бесит. Там кто-то от того маркер поставил или что? Да, пофиг, вот этого надо бить. Все исчезли. В небытие канули. Давайте на горочку залезем. Там какой-то парень хитрожопый. Очень мелкий шрифт. Либо я уже слепошара. Не могу прочитать. О, парень, ты прикурил. Да как так-то, а? Там артиллерия еще стоит. Нифига мы тут едем. Нормально. Тимплей, давай, парень. Мне, ты мне нравишься. Да пофиг, здоровья много. Че боишься-то? Окружай его с той стороны. Ой-ой, ПТХ, это плохо. Парень, походу я тебя кинул. Да не могу проехать, потерпи. ПТХ, она в АФК стоит или что? Я прям боюсь. Стилшот, окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь надо починиться, потому что в бочину будет прилетать. А ты кто? Да вот это да, вот это был бой. Давайте еще один, я не наигрался. Так, мы продолжаем нубасранить. По мне так пофиг, проиграл ты, победил. Главное вот это вот ощущение битвы, то есть драйв, угар и так далее. А все остальное как бы приложится, да, вот как эта елочка прям, ага. Так, ну на горку мы не полезем, надо в бой ехать прям по центру. Прям раш со всеми, с ботами, с живыми. Кто это? Блин, не могу ники читать, я, наверное, вообще слеп. Ну, вроде живой, Сергей какой-то там, Горгулов, окей. Пусть будет так. Рвемся в бой, тут какая-то ферма или что это? А, это этот, канава, да? Все, я вспомнил локацию. Туда нам и надо. Тогда мы будем защищены от артиллерии, их две штучки здесь. И, ну, короче, будем держать оборону, нападая. Как-то так. Проезжаем, складки местности. Вон кто-то есть. Блин, камни напали. Тоже бывает. Ой, парень скатился сразу же, как я, прям окей. Бывает такое. Ладно, сейчас сюда заползем, будет хорошо. Ну, танчик резвый, мне нравится вообще. Я только на нем и буду кататься, наверное. Не, ну, блин, ветку-то надо качать, так что это... Другие танки тоже по это будут ездить. Ё-моё, блин, куда ты на дорогу? Это я, да. Ну, хоть урона не было, или был. Не вижу, где урон. Нет, здоровье полное, отлично. Короче, он еще и летать умеет, отлично. Все хорошо, я рад. Здоров, мужик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 1С, и это причем чувак такой же, как я. То есть он задонатил и взял себе тунчес. Да ладно тебе. Нормально же стрельнул. Верхнюю плиточку, как вы любите. Противник уцелел. Нет. Нубасран. А, тоже не попал, отлично. Да не боись ты. Да блин, как его пробивать-то? Голду брать, что ли? Я не хочу. Это дорого? Не смотрите, мне стыдно, да? Не подглядывайте, пацаны. Да чё вверх-то прицел уезжает все время? Он застрял, походу. А я ему ничего сделать не могу. А, пацаны сейчас на помощь к нему подъедут уже. Да, ладно, короче, все. Там чувак тоже живой врывается в бой. Нет. О, как мы танкуем-то вообще. Хорошо. Да и этого пробить не могу. Что это такое? Читы, пацаны, мне нужна помощь. Алло. Нет, не надо. Не стреляй, нет. Спасибо.
Да, это, короче, эти, блин, инвалиды какие-то, извините, да, это нехорошо, конечно, говорить, но все равно сражаются, убить друг друга не могут, умрут от старости. Не, окей, парень, я тоже волнуюсь. У меня первый раз сегодня, да, ПВП живой, с живым игроком. Нет. Да ладно тебе. Ты что такой оборзевший-то, а? 187 урона. Давай, иди сюда. Я ракал, не боись. Хе-хе-хе, подзатыль. Нет, так нечестно, вдвоем. Ну все, началось, короче, душнилово. Я, короче, от вас... Это что такое сейчас? Вы еще тут делаете, пацаны, расскажите мне, пожалуйста. Он сзади заезжает. Ну это какой-то сюр идет вообще. Отстань от меня. Он сейчас на меня хочет прыгнуть. Пацан, вставай! Вставай, пацан! Ты че? Вставай! Ёпрст, это в меня стреляет, я встаю кого-то. Отлично, все, парень, ты мой. Так держать, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прячемся, прячемся. Отлично. Что за дичь происходит, расскажите мне, пожалуйста. Давай, переодевайся. Гусеница в полном порядке, можно ехать. Ай, блин. Опять гусеницу зафигачили. Почему прицел опускается, либо поднимается, не понимаю. Я настраиваю, и он опускается, то есть центруется как бы. Да ладно тебе. Арта, давай души. Да как я в дом-то, я его видел в прицеле. На тебе, сволочь. 7-2, короче, счет мы базу захватываем. Ну какая-то жесть еще происходит. Весь бой в одном месте, трупы лежат вокруг. Я выжил, ура. Так осталась одна артиллерия и один чувак. Один чувак вот здесь стоит, он сейчас сдохнет. Он сдох. Артиллерия сдохла, чувак остался жив. И что, ты по мою душу поехал? Шерман. Куда он едет? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Подожди, сведусь, не хочу промахиваться. На тебе. Как тебе? Сдох, отлично. Ну, в общем, хороший сегодня был денек такой, совмещенный со вчерашним, точнее, предыдущей недельным. Мне все понравилось. Танчик бодрый. В общем, потраченных денег я не жалею. Танчик классный, очень быстрый и главное, что тяжелый. То есть броня есть, можно рикошетики половить, и пушечка вроде даже стреляет. С пробитием есть проблемки, но это, скорее всего, проблемы кривых рук, как-то так, да. В общем, всем рекомендую к покупке, заносите любую сумму, вам его дадут на халяву. Такие дела. Ну, а теперь вы, дорогие друзья, можете порекомендовать мне любой танк, выберу ближе. Прокачаю его и сделаю по нему следующий видосик, да. А пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Спонсоры, спасибо за поддержку. Пока-пока.